Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шит, и добро пожаловать в игру Subnautica! Если мы наберем 5000 лайков, ребят, то серия будет каждый день в течение недели. Готовы? Погнали! Что ж, я обещал, что в этой серии мы будем расширять свою базу, и то, что мы узнаем, сколько, мать, восстанавливает аптечка. Кто ее скрафтит, я ее скрафтил, а вот восстанавливать я ее не проверил. Так, 50%, 50 хп восстанавливает. Окей. Весьма неплохо, ну давайте полностью восстановим все хп. Да, мы там 20% потратили впустую, ну да хрен бы с ними. Вот, сейчас я хочу вот это все дело переработать, оставить здесь кварц. Блин, оставить максимальное количество ресурсов здесь, чтобы их не потерять. Вот, так, но ты пойдешь со мной. И я сейчас буду делать, кстати, себе я хочу себе сделать, господи, как же называется, сиамот-фрагмент, господи, сплошные сиамот-фрагменты. Хочу сделать себе воды, вот, потому что у меня скоро я начну подыхать с голоду, а мне это не нравится. Так, коралловые чанки нужны. Эх, в любом случае придется выходить на улицу, черт. А, нет, сначала... Да-да-да, вот видите, она мне напоминает все про то, что dehydration, то есть все еще у меня обезвоживание начинается. Так, ладно, все, титаниум весь... получили, скинь ее сюда, давайте. Так, все, скинем сюда титаниум, чтобы он нам не мешался. Берем с собой нож и берем с собой билдер, ну чисто потому, что мне он прикалывает. Так, нож на первый слот. И выходим из базы. Так, нам нужны коралловые чанки. И быстро нужно крафтить воду. Так, коралловые пластины, ломай их. Ломай. Подбирай, ломай. Так, все, разломали их все. Все подобрали, сейчас нужно найти соль. У меня, конечно, была одна, но лучше про запас сделать несколько. Так, что у нас тут есть? Пока у нас 8% воды еще есть в организме, мы еще не умираем, это радует. Как только у нас останется 5, нужно будет сразу бегом на базу. Тут куча кварца. Ладно, его грех здесь вставлять, потому что потом мне он понадобится, я буду гореть себя. Где ж я был, чего ж я кварц-то не взял? 7%. 7% у нас осталось воды. И я не могу найти соль. Это меня смущает. Нельзя отходить от базы далеко. Так, эти вонючки я трогать не хочу и не планирую. Соль. Ладно, может быть сейчас вот здесь в этом камушке найдем медь. Нет, титаниум. Окей, да где ж соль-то? Ну елки-моталки. Ладно, медь. О, кислород заканчивается. И вода все-таки заканчивается. Ребят, ладно, видимо, придется нам вначале попить, а потом только отправляться на поиски воды дополнительно. О, соль! Отлично! Так, где еще соль? Я, конечно, слепой, наверное. Что-то не вижу, но... Видимо, соли здесь нету. Так, все, время подниматься на поверхность. То сейчас мы просто задохнемся. Давай, хоп. Все, отлично. Ну, соли нашли немного, но хоть что-то уже. Это радует. Сейчас крафтим себе быстро водичку. Welcome to board, captain. Окей, я капитан. Да, я капитан. Обращайтесь ко мне именно так. Так, блич. Быстро. 4% воды. Блич. Давай. И, о, еще даже можем сделать. Так, сколько у нас там соли еще осталось? Все. Да, все, соль закончилась, окей. Выживание, вода. Фильтрованная вода и нефильтрованная. О, прикольно, я мог из рыбы делать воду. Ха, то есть из рыбы делать воду лучше. Ну-ка, насколько я знаю, что если мы будем пить не фильтрованную воду... Погодите, сейчас. Вода. Фильтрованная вода, обычная вода. Лестин, улучшена, дезинфект. А, дезинфицированная вода. То есть дезинфицированная вода делается из соли и кораллов. Окей. Фильтрованная вода восстанавливает 15. Дезинфицированная восстанавливает 30. Окей. Ну все, отлично. Восстановили это все дело. Гарри Фиш. Давайте сразу приготовим его. Что у нас будет тут? Бедненький, пропадать в инвентаре. Ой, какой хороший. Спасибо тебе, Гарри Фиш. Сейчас ты восстановишь мне хп. А, точнее. Еду. Все, шикарно. Ну а сейчас отправляемся с почти полным желудком на поиски меди. Нам нужна медь. Чем больше меди найду, тем быстрее я смогу построить себе сеглайд и передвигаться как самый настоящий мачо на своем мотоцикле. Так. Вот я вижу кусочек камня. Ну-ка. О, медь. Шикарно. Ну что, плывем дальше по ущелью. Так, еще кусочек камня.
Титаниум. Не так клево, но и неплохо. Окей. Оглянемся по сторонам и посмотрим, может быть, найдем еще что-нибудь. Эй! Эгей! Медь! Медь! Ты мне нужна! Мать твою за ногу! Ух ты, елки-моталки! Какой-то стрёмный и рычащий. Не буду я тебя трогать, сейчас еще развоняешься. Так. Вот здесь, да, вот я помню, вот в этой полянке, на этой полянке было много камушков. Вот один из них я вижу. Так, подберем его. Отлично, медь. Так, и давайте остановим себе кислород. Оглянись по сторонам, остановим себе кислород. Так, тут кварц, грибочки. Ага, вон еще один камушек, еще один камушек. Ну, неплохо. Так, все, спасибо. Остановили уже неплохо. Сейчас пойдем за камушками. Так, камушек, камушек, камушек. Вот он, раз. Медь. Титаниум, черт. Здесь медь. Отлично, медь. Давайте вот этих рыбок, кстати, пособираем. Они, конечно, немного воды восстанавливают, но все-таки 15 лучше, чем ничего. Эть, стой, 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 сказал. Вот так, все, иди ко мне. И Гэри Фиш, кстати. Так, кварц и Гэри Фиш. Гэри Фиш. Господи, ты куда делся? Эй, Гэри Фиш, стой! Мне кушать хочется, я тебя подберу, ты не против? Вот так, отличненько. Все, ну вроде бы неплохо так подсобирались. 4 меди, блин, 4 меди хватит всего лишь на 2 провода, а мне еще батарейки крафтить. Эх, в любом случае нужно будет больше меди. Вон там вижу еще несколько камушков, пойду их пособираю. Камушек! Медь! Шикарно! Так, еще где камушки? Кварц-то хорошо. Кварц всегда хорошо, кварца много не бывает. Далее, так, фрагментик опять себе мод, бог с тобой, подберем. Где еще тут я видел камушки? Эй, камушки! What the fuck? Где вы? Эй! Какая эпичная музыка, я сейчас точно должен найти пару камней. Эй! Музыка и... О, вон камни, точно, пара камней. Отлично! Эй, камни! Вас будет медь. Титаниум, черт, а в тебе? В тебе медь, ты молодец, ты хороший камень. Идем дальше. Не воняй, не воняй, не ори. Так, пещера, такой по какой-то клоаке пробираюсь. Нет, здесь камня не было, фигово. Но был фрагмент, господи, опять себе мод фрагмент. Нам уже пора делать исследовательскую лабораторию для того, чтобы эти все фрагменты подбирать. В смысле, исследовать уже. Так. Ну-ка. Рыба! Иди сюда. О, еще вон я вижу камни. Отлично. Ща подберем. Ща подберем, там по-любому будет медь. О, да, там была медь. Шикарно. А здесь? А, нет, здесь был титаниум, и у нас полный инвентарь. Так что пора возвращаться на базу. Где наша база? Вот где-то вот тут. Вон, навижу. Отлично. Сейчас по-любому поставим бейкон, а маяк по-любому сейчас поставим. Сделаем, короче, наш сиаглайт и будем передвигаться вообще, аки-монстры по воде. Ох, как у нас много ресурсов, ребят, вообще, хорошо живем. И что, насколько я помню, нам нужно сделать бейкон. Бейкон, маячок, маячок, маячок. Для него нужна проводка. Для проводки нужно две меди. Проводка, опять же, нам в любом случае пригодится для того, чтобы сделать сиаглайт. Я прав? Сиаглайт. Эквипмент, где механизм? Вот, сиаглайт. Батарейка нужна для него еще и лубрикант. Ну, лубрикант у нас есть, а для батарейки нужен силикон. Господи, я уже ресурсы эти знаю вообще наизусть. Так, подождите, точно силикон? Я себя не обманул? Нам нужны грибы. Силикон нужен для пауэрцелла, окей. А нам для этого нужна батарейка, да? Да, батареечка, просто батарейка. Окей. Грибы. Грибы тут есть? Да ладно, у меня что, грибов тут нету? Фигово. Ладно, ну давайте тогда сделаем маяк, пока не забыл. Пока я помню про него. Так, маячок. Тебя нужно сейчас поставить где-нибудь. Интересно, я могу тебя где-нибудь здесь поставить? О! В принципе, могу, но это без. Лучше я его вот здесь возле входа поставлю. Чтобы знать, куда ориентироваться, чтобы плыть. Вот здесь вот. Все. Вот маячок у нас будет здесь. Он у нас будет показываться? Да, все. Он мигает. Шикарно. Так. Гляньте, рыбы спят. Эй, 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 стой, 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 твою мать. Он спал, гляньте, он спит. Он стоит на месте. Привет.
И прикольно. Блин, они даже это продумали. Тут рыбы спать умеют. Вообще огонь. Так, ладно, мы подобрали уже достаточно много грибов. Я думаю, что нам их хватит там для нескольких батареек точно. Так. Батареечка, батарейка. Батарей. И лубрикант. Ну, у нас есть несколько штучек, нам пока хватит. Все, Сеглайд! Ура! Наконец-то мы сможем передвигаться не как больные улитки, а по-настоящему быстро. Так, Сеглайд. Надо освободить место. Ладно, сейчас давайте освободим место выкладыванием... кварц, давайте кварц сюда. О, как же много ты места занимаешь, Сеглайд. Прям вообще, нам нужно по-любому нужно делать усиленный верстак. Ну, дополнительный там, клевенький. Вот. Так, исследовательская штука. Current generator... Generator, нафига ты нам нужен? Не буду тебя пока крафтить. Усиленный верстак. Погодите, он, по-моему, строится вот тут. Так, модули. Ага. Аквариум, это прикольно. Маленький small locker. Ну, короче, маленький сундук тоже не нужен особо. Табличка, пофиг. О, давайте бенч посмотрим, что это такое. Всего лишь два верстака. Ой, в смысле, два титаниума. Вот поставим вот где-то вот... Нет, не здесь, погодите, вот здесь. Я вот тут хочу стекло сделать, вот возле этой стены. Посмотрим, что это такое. Сесть. То есть мы реально сидим. Мы реально сидим и все. Ну почему нет? У нас, в принципе, не тратится ничего, но... В чем профит? Просто лавочка, сесть, посидеть... Ну ладно, окей. Будем считать, что я понял, зачем это нужно. Так, хорошо, далее, билдер. Мыскили... Не хочу знать, что это такое. Фабрикатор нет, аквариум. О, слушай, давайте аквариум сделаем. У нас кварца много, можно, в принципе, потранжириться. Раз, два, три. Блин, у нас реально дофига кварца, и из-за этого у нас мало места в сундуке. Потом еще один сделаем. Ну ладно, стекло в любом случае нужно будет делать сейчас. Так, и два титаниума вроде, да? Так, ну-ка. Аквариум. И, блин, прикольно, аквариум. Ух, нифига себе. Так, наша база будет продолжаться вон в ту сторону. Поэтому аквариум будет стоять где-нибудь... Так, нет, здесь будет сундук стоять. Ну, вот здесь. Вот здесь вот. Вот здесь. Вот так. А рыбу туда можно, интересно, запускать? Слушайте, давайте попробуем... Подождите, можно ли рыбу туда запустить? Погодите, рыба. Use аквариум, left click. Да, мы туда можем запускать пипера, айрсик... И горефиша я съем. Ха, классно! То есть вообще любую рыбу можно сюда засунуть. Блин, это клево. Это вообще огонь. Ой, ну все, ну хватит. Сейчас. Сейчас поем, не переживай. О, кстати, а эту рыбу тоже можно приготовить? Готов. Да, можно из него делать и воду, и готовить его. Блин, универсальная рыба. Еще и медленная. Я, пожалуй, арсика буду много собирать. Сколько нам восстанавливает там готовый арсик? 18, а горефиш 18. Фига себе, прикольно. Ну чё, все, стабилизировали свое состояние. Блин, прикольно, меня радует. Так, и я хочу сделать еще один, еще одну комнату, вон там, большую тоже. Для большой комнаты 6 титаниумов. Обсерватория, усиленное стекло. Для усиленного стекла нужно, по-моему, зубы. Зубы сталкера, я прав? Ой, мало того, что я прав, так у нас еще его и пока нету. Блин, я пока не понимаю, по какому критерию появляются... В этом всем фабрикаторе вещи. По какому принципу они исчезают? Странно, ладно. Так, 6 титаниумов. 2, 3, 4, 5, 6. Все. Хочу. О, и даже давайте еще, по-моему, 2 или 3 для перехода. Так. Вот хочу поставить здесь комнату. Могу я здесь поставить? Опа. О, могу вот так ее разместить. То есть у нас сразу с переходом делается. Клево. Давай-ка, стройся. Блин, меня прикалывает. Сейчас, правда, база сильно ослабеет, я чувствую, да? Да, потому что нет тут основания. Но все равно клево. И стекло. Я хочу сделать окно. Для окна нужно два стекла. Так. Два стекла. Ну, кварца много. Так, 4, 5, 6. Это вот для одного окна. Ну, пока сделаем одно окно, а дальше будем думать.
Вы вообще, кстати, ребят, можете писать свои советы в комментарии, чтобы я понимал, как и что нужно делать. Может быть, я как-то где-то что-то глупо делаю и не понимаю все прелести, но все равно вы можете написать, и я прочитаю ваш комментарий. Вот. Стекло здесь, слушайте, а давайте стекло сделаем вот в этой стороне. То есть вот эта комната у нас будет жилая. То есть я сюда сейчас перенесу аквариум. Вот здесь у нас будет стекло. О, красота! Так, сейчас перенесу сюда скамейку вот эту. И перенесу туда аквариум. Но сначала всех рыбок из него нужно вытащить. Так, скамейка будет вот здесь. Скамейка. Вот. Скамейка. Вот так она будет стоять, чтобы сесть можно было в ту сторону. Так. Ну-ка, можно сесть в ту сторону? Ой. О, можно! Отлично, я такой сижу и наблюдаю. Вот, так, все, поднимайся. И сейчас поставим где-нибудь аквариум там. Так, рыбки. Выбирайтесь из аквариума. И грибы надо куда-нибудь сюда сбагрить. Слишком много грибы занимают место. Вот так. Все. Блин, вообще аквариум это тема. Я так рад, что они добавили такие вещи. Это очень разноображивает базу. Класс. Так, и аквариум будет стоять. А, вот с этой стороны. Почему бы нет? Вот так. Аквариум всегда добавляет комнате уюта. Вот так. Более-менее ровно, и там у нас будет пипер плавать. А айрсиков я съем. Во, шикарно. Не, ему тут одному грустно. Пофиг, плавайте втроем, веселитесь. Фух, ребята, вообще. Мне нравится, какая у меня база получается. Просто огонь. Ладно, ну а сейчас я пойду посмотрю, как там строить этот верстак усиленный. И будем думать, как его делать. Так, ну что, я посмотрел, короче. А нам для того, чтобы поставить workbench, не вот этот вот фабрикейтер, а именно workbench, нам нужно будет найти его чертеж, вот. И я понял, что вот этот фрагмент аналайзер мы, в принципе, и сейчас можем сделать. Они очень упростили его крафт, насколько я помню. И, по-моему, у нас сейчас даже хватит ресурсов, чтобы его построить. Нужен компьютерный чип. Так, для этого нужны драгоценные коралловые чанки. Черт, у меня их тут что-то нету. Ладно, так, копер... Нужно по-любому проводку будет сделать. Так, копер вайер, я прав? Ой-ой-ой, wiring kit нужен. Черт, черт. Погодите, а wiring kit? Wiring kit, два silver ore. Оу, я, может быть, сейчас накосячил. Так, silver ore, слава богу, у нас есть. Так, проводка. Wiring kit. И сейчас компьютерный чип. Для компьютерного чипа нужно... Так. Серебряная руда, кварц и диск. Окей, сейчас все будет. Мы ничего не накосячили. Нормально все. Нормально все будет. Нормально. О, тут даже два камушка есть. Давайте их разломаем. Так. О, медь. Шикарно. И титаниум. Неплохо. Хорошо. Ой, тут, блин... Я то их не мог найти, то они вот встречаются везде. И опять медь нашли. Вообще классно. Блин, прикольно. Вот они, эти драгоценные наши коралловые чаночки. Так, подберем. Много. Ну, подбирай. Лучше с запасом, чтобы у нас было. Пусть они у нас хранятся на базе. Так, и чё, все вроде бы тут ничего больше нету. Клево, что маячок так подсвечивается, и я хорошо его разместил прямо рядом со входом. То есть мы теперь знаем, где у нас вход, и можем просто оп, и туда приходить. Клево. Так. Ну-ка. Я хочу построить себе workbench, точнее не workbench, а так, компьютерный чип. Кварц и серебряная руда, господи, прям в притирочку. Так. Ну что, я могу теперь построить? Могу теперь фрагмент-аналайзер. Ну, это у нас будет рабочая комната, и у нас здесь будет тогда стоять фрагмент-аналайзер. Где тебе впихнуть? Ну, стой здесь вот. Вот такой маленький будешь, да удаленький, прямо рядом со входом. Сейчас исследуем Сиамод. Сиамод-фрагмент. Вот у нас есть. Интересно, а если мы, короче, несколько штук засунем, они быстрее будут исследоваться? 1%, 2%. Вот я засуну туда 4... Нет. Засуну 4 туда. Во, да, в 4 раза быстрее исследуется. Прикольно. То есть имеет смысл искать вот эти вот фрагментики. Хорошо, и нам нужно найти workbench фрагмент для того, чтобы построить наконец-то себе этот верстак и усиливать все, что можно, только усилить. Скажем так, чтобы делать улучшенные штуки. Так. Ну, Сиамод, ладно, он исследует. Кстати, я еще ни разу не пробовал плавать на глайдере. О! О! Вспоминаю прошлое, друзья!
Теперь я могу быстро передвигаться. И энергия тратится, кстати, не так быстро вроде. Но в любом случае... А, вот, заанлочил. Короче, разблокировал Сиамод. Ой-ой-ой, Сиамод. Так. Я пока не хочу к тебе приближаться, потому что ты меня будешь пуляться. Черт! Мне нужно по-любому найти блупринт. Не смей! Не смей выпендриваться. Нужно найти либо рыбу-бумеранг, чтобы бросить в него, и он взорвался. Либо уже тогда дойти до воркбенча. И тогда уже скрафтить себе ружье. Без него я как без рук. Фигово. Ладно, вон. А, вон рыба-бумеранг, кстати, плавает. Давайте-ка ее подберем. Привет! Отлично. Так, сейчас взорвем вон ту рыбу. Эй, рыба! И, кстати, там порох нужно подобрать. В любом случае пригодится. Так, рыба! Иди сюда. Надо! Я промазал бумерангом! Свинья! Ну, блин. В принципе, не сильно ударила. Так. Давай, подбирай. Инвентарь полный. Херово. Ладно, сейчас тогда придется... Да что ты будешь делать? Нет! Не убило меня, это хлеб. У нас прямо рядом с базой такие взрывоопасные типы водятся. Вот же пипец. Ой, я же забыл. Я все забываю, что у меня теперь есть мой водомотоцикл. Я ж могу быстро передвигаться, а не просто в ластах плавать. Так, ладно. Ох, надо, короче, придется сделать еще один сейчас локер. Стекло. Стекло. Могу скрафтить стекло? Нет, не могу. Херово. Ладно, скинь сюда вот этот краш-бла-бла. Возьми нож, возьми кварц. Так, будем сейчас увеличивать наше складское помещение. Локер. Локер. Давайте вот так их располагать. Посмотрим. Вот так вдоль стены будем их располагать. И так, по идее, будет меньше места занимать они. Вот так вот. В ряд. Вот, окей. Так, сюда все эти диски. Ладно, будем сейчас это все дело рассортировать. Ну, а на этом, наверное, сейчас закончим, ребят. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайк ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм. Ссылки есть в описании. И не забывайте, если мы наберем 5000 лайков, то, ребят, тогда серия будет выходить по Сабнаутике каждый день в течение недели. Вот. А с вами был Шэ, друзья. Увидимся в следующих видео. Всем удачи. Всем пока. Какой там? Как бармен? Бармена обрез, мать его. Ладно. Моя реакция лучшая реакция этого бармена. Поэтому делаем так.